далее давайте поговорим про функциональные интерфейсы. То есть мы создали интерфейс greeting. Это на Java мы создали его. У них имена одинаковые. Смотрите, как создаются интерфейсы public, интерфейс, ключевое слово и название интерфейса. Затем метод void return type. Здесь public мы не пишем, access modifier. И просто ставим точку с запятой, заканчивая, что этот интерфейс содержит только одно имя. Мы видим, у него название совпадает с интерфейсом на Kotlin. Поэтому давайте интерфейс на Kotlin Shift F6 и переименуем, просто добавим что приставку, что это Kotlin-овский интерфейс. Все, теперь ошибка в Java исчезла. В Kotlin отличается от создания тем, что мы пишем просто интерфейс, пишем название и объявляем тоже функцию без реализации. А затем мы создавали уже конкретные классы, которые реализуют эти функции. Например, класс student. Мы писали, что он implements вот этот интерфейс greeting реализует, и переопределяли метод, который там есть внутри. Вот этот метод sayHello. Вот. Это мы делали в предыдущем уроке. Но интерфейсы, которые содержат только один метод, называются функциональными. Почему называются вообще функциональными? Да? То есть раньше, до того, как мы вот, программисты создали вот этот механизм объектно-ориентированного программирования, то есть вот создавать классы, у класса поля, методы, которые управляют и манипулируют данными в полях, на основе вот этих классов создавать инстанции, объекты конкретно этих классов. То есть до вот этого было просто код, который выполнялся вот так сверху вниз. Ну, максимум были функции, да, функциональные, которые друг на друга ссылались. А вот объектно-ориентированное программирование очень так упростило вот именно процесс моделирования. То есть любую реальную сущность, да, ради прикола, если вы посмотрите, оглянитесь вокруг, что угодно можно смоделировать и представить в виде класса OOP, объектно-ориентированного программирования. Но иногда требуется выполнить что-то вот функциональное, то есть без создания объекта, просто чтобы оно напрямую что-то сделало. Для этой цели создаются вот именно вот эти функциональные интерфейсы, то есть интерфейсы, у которых только один метод. И если мы пишем в Java, эти интерфейсы принято именовать аннотацией functional interface. Мы показываем тем самым, что вот этот интерфейс, он функциональный. Функциональным является интерфейс, который запускается функционально с помощью лямбда выражения, я вам покажу, и имеет в себе, то есть для этого только один метод. Если методов несколько, лямбда выражения он не поймет, да, какой именно запускать. А тут вы смотрите интерфейс и только один метод. И то же самое в Kotlin. В Kotlin, кстати, я не видел, что вы вот так писали functional interface. Да, а такая аннотация как бы есть, но в Kotlin не пишут. В Kotlin и так понятно, что если в интерфейсе один метод, этот интерфейс, он функциональный, его можно использовать с помощью лямбда. А в Java надо вот так вот пометить в проектах. Ну, в проектах я встречал, чтобы вот это вот так было помечено. Ну, что теперь далее? То есть, ну, как мы делали, да? То есть, мы создавали какой-то класс, инстанции там этого класса. Ну, давайте то же самое провернем. Создадим класс на Java. Так, say hello. Ну, будем говорить, давайте вот English greeting. Это класс, он реализует implements наш вот greeting interface, приветствие. Поскольку он реализует greeting interface, он должен реализовать implements, да, вот метод, который там есть. Ну, пускай вводит на сообщение hello по-английски. И создадим еще один класс, это был English greeting, теперь назовем, ну, пускай на французском, French greeting. French greeting, он implements, реализует интерфейс greeting. И давайте, чтобы он реализовал метод sayHello и выводил в этом sayHello на печать bonjour. Также французы говорят со своим гортанным звуком bonjour, bonjour. Вот. И теперь смотрите, давайте вот эти классы, то есть, ну, видим, да, это небольшие классы, которые вот только содержат реализацию этих методов. И в зависимости от того, вот, какая именно реализация, оно запускает оттуда. То есть сам интерфейс мы можем создать в виде класса, в виде типа данных вот нашего объекта English greeting, например, вот так создадим. И вот здесь мы будем создавать новый экземпляр English greeting, который мы создали. Из этого English greeting давайте вызывать метод sayHello.
То есть получим сразу же hello на английском языке. То есть получим английское приветствие. Так, повылазили ошибки. Этот код из предыдущих пакетов я просто копировал. Тут он их просто не находит, поэтому выдает ошибки. Еще раз запускаем. Вот, мы видим, все работает. В описании к ролику я буду кидать ссылки на свой GitHub репозиторий со всем вот кодом, который вот я сейчас разрабатываю, чтобы вы могли, как бы, если что-то не так, просто скопировать себе, вставить и посмотреть, что не так было. Очень часто такое бывает. И еще раз вот давайте создадим инстанцию greeting интерфейса, но теперь будет French greeting, то есть приветствие на французском. Мы будем создавать экземпляр класса French greeting. Это класс, который вот мы только что создали, который реализует greeting интерфейс, метод sayHello, но здесь пишет вместо hello bonjour. Теперь давайте вот из этого French greeting достанем метод sayHello и запустим нашу программу еще раз. То есть вначале отработается вот эта инструкция, затем создастся French greeting и отработается вот эта инструкция. Метод один и тот же, смотрите, но реализации у них разные. В первом случае он пишет hello, потому что мы вот использовали вот такой класс и написали в нем hello. И вот здесь French greeting, мы написали bonjour. Далее теперь смотрите, что мы делаем. То есть такая муторная работа, просто чтобы написать реализацию одного класса, да? Одного метода из одного интерфейса. Но мне кажется, это перебор, да, так слишком это так делать. Это вот способ с классами. With classes. С классами, которые реализуют наш greeting интерфейс. Давайте этот способ я закоммечу, просто чтобы он у вас был перед глазами. То есть можно создавать классы, можно создавать инстанции этих классов и из них вызывать этот метод. Ну, суть что? Мы хотим просто, чтобы программа напечатала какой-то sayHello, да? Мы не хотим прибегать к объектно-ориентированному программированию, да, вот к этому подходу создания класса, затем из этого класса создания... Где этот дым? Создание класса и создание объекта этого класса. Затем вот и только из этого объекта вот запускать этот метод. Мы хотим сразу как функциональное программирование сделать. Поэтому интерфейс называется функциональным. То есть мы хотим, вот как было в функциональном программировании, сразу же вот так объявить тип данных greeting, назвать, что это на английском greeting, приветствие на английском. Затем как лямбда выражение, да, что такое лямбда выражение, то есть это выражение вот с такой стрелочкой. Слева от этого выражения аргументы. Если аргументов нет, то вы знаете, да, как и любой метод, просто надо написать пустые скобки. Если есть какие-то аргументы, их надо вот перечислить. Какая-то вот строка 1, например, строка 2, какой-то вот int передается, да, то есть, ну, в зависимости от нашего интерфейса реализации. Смотрим наш greeting. У нас есть какой-то вход у этой функции? Нет, оно ничего не принимает на вход. Поэтому мы вот это все не пишем. Мы оставляем просто пустые скобочки. Но он что-то выдает, да, в конце. Он что-то должен сделать. Если одна строка, можно написать сразу. Если у нас несколько строк, можно вот открыть вот такую скобочку. Ну, у нас будет одна строка. Поэтому я вот сразу напишу sout. И мы выносим на печать hello, да, на английском. Вот так. Вот. Ну или можете дописать то, что вот мы писали в студентах, да, hello, my name is, там как-то назвать, или просто hello, I'm a student, без имени. Да, то есть, вот так. Я напишу просто hello. И вот давайте теперь запустим этот код. Будет ли он выполняться? То есть, смотрите, мы без создания объекта, мы вообще объект не создаем. Просто открыли лямбду, взяли и запустили этот код. Так, мы объявили просто так, мы не запустили, то есть мы просто объявили сейчас интерфейс. Вот, просто объект интерфейса. Раньше мы создавали объект класса, да, который реализует интерфейс. То есть это можно было вот даже заменить, вот вместо интерфейса написать название класса. А здесь прям строго, мы не можем название класса. То есть если вот даже вот эти классы удалим, они вообще здесь никаким боком, ничего здесь никак не числятся. Теперь надо из вот этого интерфейса нам просто запустить метод sayHello. То есть мы раньше запускали из класса, который реализует интерфейс и переопределяет вот этот метод sayHello.
вот класс, например, вот он implements greeting, и здесь override переопределяет вот этот say hello. Теперь мы запускаем, создаем инстанцию интерфейса непосредственно, и из этого, и из этой инстанции интерфейса запускаем этот say hello. Вот теперь оно выдаст какое-то сообщение нам. Ждем. Вот мы получили наше сообщение hello. Можно ли это сделать вообще без вот этого вот отсюда, чтобы было? Нет, мы видим, объект надо сначала как бы создать, да, а потом из созданного объекта вызвать вот этот вот say hello. Так, ну давайте создадим теперь greeting. Тоже greeting, откуда я беру это greeting, это название вот нашего интерфейса. Вот он greeting, это функциональный интерфейс. Мы пометили, что это функциональный интерфейс, и можем теперь его вот функционально запускать, как вот код без объектно-ориентированного подхода, да, то есть без какого-то без создания каких-то классов. Но учтите, все создается внутри одного класса, конечно же, у которого есть public static void main, точка входа в программу. Теперь French greeting, приветствие на французском. Тоже открываем пустые скобки, поскольку это лямбда, он должен принимать какие-то аргументы, и аргументов нету, надо показать пустыми скобками, что их нету. Ну, по крайней мере, в Java так. И здесь я пишем Bonjour. Поскольку это Java, а не Kotlin, надо на конце написать точку с запятой. Так, вот, вот это мало просто объявить. Теперь нам надо вот из этого интерфейса ну, запустить метод. Ну, этот метод только один. То есть вот здесь, когда мы объявляем инстанцию интерфейса и объявляем вот этот метод, он понимает, что вот мы вот, вот это реализация вот этого метода. А как он понял, что именно реализация именно вот этого метода? А метод там один, там других нету. Он поэтому пишет вот, только реализация вот этого метода. Вот. Это то, что вот мы вот, вот здесь писали в классе, да, то есть вот это мы заменили лямбда-выражением, вот это называется лямбда-выражение. Аргумент, стрелочка и то, что возвращает вот на основе вот этих вот аргументов. Можно было, если бы он принимал какие-то параметры, да, например, имя принимал, еще и распечатать с именем. И запускаем, теперь смотрим, вначале отработает вот эта строчка, затем отработает вот эта строчка. Hello и bonjour получили. Вот, ну вы поняли, да, что вот здесь аргументы. Давайте теперь перепишем, вот как я сказал. Вот здесь, пускай он принимает какой-то string. И это string с name. И вот мы хотим теперь в реализации этого интерфейса написать так, чтобы он принимал определенную строку и вот возвращал эту строку. Здесь мы видим, да, уже тоже пошли ошибки, поскольку он уже, мы видим, что он имплементит не те методы. Вот он say hello. Смотрите, если сигнатура поменялась, он воспринимает, что вот это другой совсем метод. И мы хотим вот в этих реализациях, чтобы он отображал имя. Так. Вот так, если закоммитить, мы видим, ошибок уже нету. То есть классы мы не будем использовать. Это чтобы вы поняли, для чего используются классы. А функциональный интерфейс, он на то и функциональный, что позволяет работать без создания класса. А теперь вот здесь, смотрите, он подчеркивает, он показывает ошибочку, вот он должен принимать какой-то аргумент. А здесь можно, в принципе, вот так объявить name, вот таким вот образом, и написать вот здесь hello, поставить запятую, плюс вот этот вот name распечатать вот здесь. Ну и в конце поставить знак восклицательный. Name. Но что еще можно упростить? То есть мы указали, что этот name, он у него тип string, поэтому можно даже, если один аргумент можно в скобки не ставить, можно вот name и тип даже не указывать. Он поймет, что это string, поскольку там только один метод, он только его обозначает. Но когда мы вызываем, то есть вот здесь мы написали функциональное поведение, прописали без создания класса, что он должен принимать name и распечатывать hello и вот этот вот name. Но вот здесь нам надо передать все же какой-то аргумент в этот name. Здесь я напишу Aslan, свою фамилию напишу. И смотрите дальше, смотрите, вот этот метод он запускается отсюда. Вот эта строка Aslan JavaScript передается вот сюда name. И на результат идет System.out.println hello Aslan JavaScript. Давайте запустим это дело. Это я пока закомменчу. Запускаю. Смотрим результат. Вот он, мы получили то, что нам надо. Hello, Aslan JavaScript. И мы это сделали, даже, смотрите, усложнили нашу задачу, добавили еще, чтобы он принимал аргументы, как-то вот обрабатывал их и выдавал строку без создания объектов.
То есть вот функциональный код, это называется функциональный, еще его называют анонимные классы некоторых, то есть можно вот сами классы, не создавая объекты, именованные объекты, то есть вот такие вещи делать. Здесь тоже теперь на французском то же самое, пишем name, здесь пишем bonjour, и здесь я вот monsieur, да, можете там от себя что-нибудь добавить, если хотите. Bonjour, name. И здесь нам надо что-то вот такое прописать. Джон Смит. Допустим, у нас Джон Смит — это такое французское имя, пускай будет. Запустим. И вот теперь мы видим. Bonjour, John Smith. Hello, Aslan Javaisky. Вот мы создали вот эти реализации без класса, только за счет функционального интерфейса, вот пометили его functional interface. Это что касается в Java. Теперь давайте посмотрим Kotlin. В Kotlin, смотрите, чем он отличается. Не надо писать functional interface, не надо писать public access modifier. Просто пишем interface, greeting и метод, который будем в этом интерфейсе. В формате Kotlin, то есть там в Kotlin вначале пишется переменная, потом указывается тип данных через двоеточие. А в Java у нас было наоборот, да, то есть указывали тип данных, пробел и переменную нашу. Вот, но тем не менее, где переменная, где тип данных, понимаем по кнопочкам, по вот этим регистрам. С маленькой буквы это название переменной, с большой буквы это название класса. Здесь с большой буквы название класса, типа данных, которую содержит этот класс, и с маленькой вот название переменной. Так, Java код я закрою, эти классы мы уже создавать не будем. То есть можете, ну, поэкспериментировать и в Kotlin тоже создавать классы, ну, так же, как мы создавали student, пишите implements, вместо implements в Kotlin ставите двоеточие, пишите название вот интерфейса и реализуйте его. Давайте здесь напрямую теперь будем писать реализации этого интерфейса. Ну, то же самое будет, это в виде полей делается. English greeting. В Kotlin существует такая полезная штука, как поля, даже целую функцию можно просто брать и закидывать в поля. Укажем, что это объект класса greeting, с которым мы работаем, функциональный интерфейс. Если мы в Kotlin пишем вот такая лямбда, то есть в Java мы просто писали, у нас лямбда вот такая была, да? То есть реализация лямбды чуть-чуть отличается. В Kotlin все пишем в фигурных скобках. И здесь я как бы вот стрелочка отделяет тоже аргументы от значения функции. Здесь мы пишем name, стринговый name. Тип данных можно не указывать. И вот с этим name мы выносим на печать сообщение, просто hello. Этот name мы с помощью string template, да, строкового шаблона, вставляем сюда и в конце ставим знак вопроса, восклицательного знака. Давайте посмотрим, где ошибка. Так, несовпадение. То есть ему требуется greeting Kotlin, а он нашел непонятно какой интерфейс. Вот, вот этот greeting, он должен понять, они все находятся в одном пакете. А видите, пакет lesson 14. Здесь тоже lesson 14 пакет. Давайте посмотрим, что за ошибка здесь. Так, он не нашел... Так, вот, вот эти скобочках это аргумент, он не нашел тип данных для аргумента. Так, давайте этот аргумент мы тогда отсюда уберем. Просто будет say hello. Он без аргументов печатает. Вот так, просто hello. Теперь-то он понял. Нет, все равно не может понять аргумент. Как же ему объяснить-то? Ну, в принципе, name. И когда этот name string, вот он уже должен понять. Ему не надо объявлять так переменную. Что здесь? Greeting. То есть давайте, ну, тогда не будем greeting здесь писать как тип данных, а просто укажем вот лямбда. String прям явно пропишем. Вот он принимает строку и что-то с этой строкой делает. Unit, да, то есть return type здесь void, то что в Java, здесь вот unit ничего не возвращает. А здесь сюда мы отправляем name, то есть он уже понял, что name это строка, вот он отсюда понял, что это строка. А можете, в принципе, от себя добавить, что вот, вот это string.
Я это делать не буду, я это уже вот здесь прописал. И вот здесь просто мы этот name будем отображать. Hello и вот этот name. Вот такая вот лямбда у нас здесь получилась. Теперь мы запускаем это поле, метод. Так, получили hello Аслан, поскольку вот мы отправили сюда Аслан, и вот здесь Аслан Джавайский, да, он должен был отображать. Вот это если вот мы прописали вот так интерфейс вручную, да, и в это поле отправляем какой-то вот свой пользовательский вход. Но мы не запускаем метод say hello, да, то есть мы вообще не задействовали наш greeting, вот этот интерфейс. Без этого интерфейса запускаем, то есть без этого интерфейса он работает. Если мы создаем в виде интерфейса, он не понимает, что здесь, когда указываем интерфейс, что вот это string. А, так, ну давайте попробуем сейчас по-другому чуть. Так, вот это просто ну, чтобы вы понимали, да, что такое лямбда. То есть какие-то аргументы, ничего не возвращает, вот эти аргументы, и вот эта инструкция, которая ничего не возвращает. Он просто берет вот эту строку, которая передается сюда в name, попадает стринговая, и отображает его на печать. Мы это видели в консоли, да, что он отобразил, вот это, что он отображает. Далее, теперь это была версия без использования интерфейса, это я закомменчу, ну, оставлю, не буду полностью удалять, просто закомментирую. Компилятор вот эти комментарии, он никак не обрабатывает, это просто, чтобы у вас перед глазами было, что это. Теперь давайте создавать экземпляр гритинга, все-таки вот English greeting я хочу вот создать в виде вот этого greeting интерфейса. Вот у нас есть отдельный интерфейс и там метод say hello. Ну давайте я создам объект, то есть можно создать класс, на основе класса создать объект, а можно вот создать вот анонимный класс, вот такой анонимный объект от greeting code, и вот мы видим, он сразу ставил вот реализацию say hello. Вот эту реализацию теперь мы хотим отображать на консоли, просто чтобы он писал hello и вставлял аргумент, который мы сюда отправляем. Вот мы вот так вот его сделали, и теперь к нему из него вызываем метод say hello. То есть вот таким вот образом анонимным классом это все сделали. А сюда пишу свое имя и свое last name Джавайский, нажимаю на play. Запуск. И получили тот же результат. Но теперь, смотрите, мы задействовали наш интерфейс. То есть, если мы просто указали бы лямбду, он, оказывается, не понимает просто лямбду, если указываем. Ему надо вот создать вот такой вот анонимный класс. А в Java он понимал, кстати. Вот Java код, вот он. В принципе, мы здесь указывали тип данных, и вот он его распечатывал. Здесь, кстати, тоже, да, можно было вот так не именованный вот таким вот образом, а просто нажать New, Greeting, создать объекта класса Kotlin и New Greeting. То есть мы сразу указываем интерфейс, тип данных, Ctrl-O для overriding, это переопределение, вот метод say hello здесь переопределить. И вот здесь вот этот say hello, он просто выводит на печать hello, ставит запятую, плюс сюда просто вот этот вот name отображает. Ну и в конце ставит знак, восклицательный знак. Так, вот это весь объект, да, то есть неименованный, это анонимный объект, вот это называется анонимные объекты, без каких-либо классов. И из него сразу вызываем say hello и отправляем сюда вот, например, мое имя Аслан Джавайский. Если мы сейчас запустим, то вот эта вот вся инструкция ну, как бы заменяет вот этой. Тут можно создавать либо анонимные объекты вот таким вот образом. Вот это объект, да, анонимные объекты. Их еще называют анонимные классы, но это видно, да, что это инстанция класса. Ну, в нашем случае это интерфейс инстанция.
то есть без имени, мы его не заносим в отдельную переменную, это используется, если мы его хотим запустить, его метод sayHello только один раз. То есть вот здесь мы его только один раз же будем использовать, поэтому смысл нам создавать вот именованный какой-то объект, можно создать просто анонимный объект. Здесь прописать всю логику, вот так. Ну, это вот Java-разработчики вот так любят. Ну, как-то, не знаю, мне больше вот синтаксис лямбда выражений больше нравится. Лямбда – это такой чисто функциональный стиль. Здесь указывают аргументы с помощью вот этих вот стрелочек. Затем идут вот эти стрелочки. И инструкция, которую надо выполнить вот с этим аргументом. Мы указали тип, он из этого типа он автоматически достает метод, он понимает, там только один метод sayHello. Он сразу понимает, что вот из этого sayHello... Вот здесь надо отправить name. Это вот, вот по сути вот то, что мы вот, вот здесь сделали. Мы объявили класс, который реализует этот интерфейс, переопределили здесь метод sayHello, прописали всю логику, а затем вот здесь создали экземпляр этого класса и из него запустили sayHello. Здесь вот только экземпляр не создавали, логику класса тоже вот не делали без создания класса, просто создали вот анонимную инстанцию интерфейса greeting. Прописали логику и запустили. Ну, вот это громоздкий код, мне кажется. Если вот видите такой код, смело переписывайте в лямбда выражение. А в Kotlin получилось вот так. Say hello. Вот мы его занесли в этот объект. То есть это можно тоже вот, без создания вот этого, просто сразу вот увидим объект. Мы его не даем ему название, то есть мы его никак не именовываем. Просто создали объект, класс вот этого интерфейса, и из этого объекта сразу же вызываем sayHello. Если мы нажмем, то он выдаст те же результаты. Вот он выдал hello и распечатал имя, которое мы отправили на вход вот в виде вот этой вот строки. Вот эта инструкция выполнилась. Это у нас способ... с анонимным объектом. Ну и как-то вот хочется вот именно еще с гритингом, да, то есть, ну давайте я еще раз, последний раз попробую с гритингом. Гритинг, то есть я тип не указываю, вот просто сразу вот, вот он. Гритинг, создавай. Открываю скобку, показываю, это лямбда. Вот он, прими name. И этот name сделай println. Просто hello и отобрази этот name. Далее он здесь показывает, что этот интерфейс не имеет конструкторов и превращает его в функциональный интерфейс. А, вот он, функцию надо добавить. Вот если в Java вот так мы делали аннотация functional interface, мы здесь просто этот интерфейс делаем как бы функцию. Ну, можно было еще отдельную функцию создать, вот greeting function, да, как-то сделать на вход, чтобы он принимал greeting, вот это расширение, ну, что такое extension, я вам позже объясню, пока вы это не знаете, поэтому вот просто добавляем в интерфейс function, то есть, ну, если вы не знали это, то ничего страшного, если вы что-то вот, давайте уберем этот function, ставим как есть, теперь открываем наш Kotlin код, и вот когда вы наводите на ошибку, он автоматически вот подсказывает, что сделать, либо добавит функцию, либо конвертирует в анонимный объект. Если конвертирует в анонимный объект, он создаст вот такой объект, greeting Kotlin, ну то, что вот мы сделали, да, выше. Это мы уже сделали, вот он у нас вот это есть, этот код, а теперь давайте просто сделаем function. И вот мы если откроем, он просто добавил ключевое слово fun в интерфейс, и все, теперь код должен работать. Давайте вот это я закоменчу, а вот это отправлю на обработку. Если запустить, ничего не сработало. Ну, нужно пометить, что вот функциональный интерфейс – это ну, не сильная сторона Kotlin, да? А что такое extension, я вам объясню. То есть пока вот с помощью вот таких вот анонимных объектов как бы это делается. А вот как это было в Java, запомните. Вот легкий способ, то есть можно либо через анонимные объекты, либо через лямбда выражение. Вот мне ближе как бы вот лямбда выражение. Ну, здесь на ваш вкус. Если вам вот этот код покажется интересным, и вы будете его использовать, то
вперед. Главное, чтобы ваш код работал и код был оптимизирован. Вот, лично мне нравится функциональный стиль. Спасибо, что досмотрели этот урок. Увидимся в следующих уроках.